Коробки, заполненные сладостями, теплая зимняя одежда, генераторы для подключения электричества и письма с самыми теплыми пожеланиями уже совсем скоро попадут в руки адресатов. Активисты Народного фронта совместно с Управлением федерального казначейства собрали очередную машину с гостинцами для самарских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Большая радость для них в том, что перед Новым годом им будут какие-то определенные сладкие подарки и оказана помощь. В том плане, что, находясь там, им нужна поддержка нашего населения, нашего региона. Активисты Народного фронта в рамках проекта «Все для победы» отправляют гуманитарную помощь еженедельно. Собирают ее как простые люди, так и бизнес-сообщество. В сборе сегодняшней партии гостинцев активное участие приняли обучающиеся школы 174. Школьники совместно со своими педагогами и родителями не только собрали необходимые вещи, но еще и написали подбадривающие письма и нарисовали открытки. «Все для победы» – это не акции, это не какой-то лозунг. Это сущность, без которой невозможна победа. И вот сегодняшний день и многие другие дни, которые мы занимаемся, когда собираем гуманитарную помощь, видно, что все больше и больше людей действительно считают именно так, что народ и армия едины. За все время специальной военной операции из Самарской области в рамках проекта «Все для победы» на фронт отправили более 200 тонн гуманитарного груза. Таким образом, жители региона стремятся выразить свою поддержку тем, кому сейчас приходится нелегко. Александра Гусева, Николай Епифанов. События.